Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И, ребята, всем спасибо тем, кто сейчас находится тут рядом со мной и смотрит это видео. Я благодарен каждому человеку, который ставит лайки, комментирует и, в принципе, смотрит видео. Ребят, давайте, пожалуйста, наберем 200 лайков на этой серии, если вы хотите видеть новую серию GTA 5 как можно быстрее. Я буду этому очень сильно рад. Поэтому, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, и новая серия выйдет как можно быстрее, еще раз повторюсь. А и что мы будем делать в этой серии, я пока что не имею представления. Ух, наверное, все-таки будем задания выполнять. У нас же есть еще одно ограбление. Прям две серии подряд ограбления, да? В предыдущей же серии мы там украли какое-то супероружие. В этой серии мы тоже, наверное, пойдем выполнять тоже еще одно задание. А какое? Давайте мы сейчас посмотрим. У нас есть... Наверное, все-таки вот это, да? Да. Это вот та фигня. Где, как это называется? Ну, короче... Это задание от ФБР, да, что сейчас нам нужно. Мы же в предыдущей серии украли мусоровоз, купили... Закрой рот. Купили комбинезоны, маски, и сейчас мы, наверное, пойдем это все дело грабить. Если у нас, конечно, это все получится. И, в принципе, давайте, давайте мы сейчас быстренько туда... Да харе пибикать. Мы сейчас быстренько туда доедем. Иди сюда. Паскуда! Подрезал нас, а? Вот зараза, я ехал себе спокойно, а у нас пум, подхреначен. И главное сейчас полиция, да, вот сейчас она на нас нападает. Не полчаса назад, когда я его убил, а именно сейчас, когда это все уже... Когда это все дело уже прошло. Это чё за... Это матрица была или... И самое главное, смотрите, оно не выезжает. Вот сейчас, может, выйдет. Да, занесло, конечно, грузовичок. Занесло даже сильно. Так, иди ты в жопу с этими машинами конченными. Она просто очень такая большая нафиг. И пока ты там развернешься, давай быстро, а то еще полиция сюда завернет и заметит нас. Так, вот, круто. Эта машинка будет, ну, чуть-чуть получше. Чуть-чуть, да? Ух ты, а вот это вообще такая нормальная. Мы вроде на ней уже ездили несколько раз. Но все же, сейчас уже доедем и на этой. Тут, да вашу мать, тут 600 метров осталось. Спрячемся. Типа нас не видно. Ух ты, прям нафиг. Прям нафиг скрылись, как прям, не знаю, мастера какие-то, мастера скрывания от полиции. Да, что я только что сказал, но все же мы действительно очень круто скрылись и опять врезались. Да что со мной нафиг, не могу нормально водить машину сейчас в этой GTA. Ну ладно, смотрите, мы уже практически вот сюда подъехали, сейчас заворачиваем сюда и начинаем, ребята, задание. Какое-то задание. Так, куда нам нужно? Во, подъехали, ребята. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. Let's sit up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Yeah, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. We'll take the risk. Sound cool? Да. Очень, очень круто звучит это все. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional.
Красавцы! Это же я выбирал масочки. Красавцы. Прям под костюмчик так офигенно подобрал. Let's do this. Круто я так под костюмчики подобрал, как раз, знаете, даже по цвету. Сядьте в мусоровоз. Ну, садимся. Так, доберитесь. Ну, в принципе, тут не очень так долго ехать. Полкилометра, это, в принципе, очень даже быстро. Поэтому давайте мы сейчас туда быстренько доедем. Наши друзья там, Франклин Майк... не Майкл, а Тревор вроде. Мы же сейчас за кого играем? Да, мы сейчас за Майкла играем. Потому что там маска была, я просто не видел. Уже поехали на место, и мы, в принципе, сюда сейчас быстренько доедем. Вот это тут будет происходить. Ну, тут? Мы тут это все угонять будем или что? Мне кажется, что тут. Вот, смотрите. Дальше. О, бабуля, там такая крутая ходит. Это все ночью будет происходить? А куда нам нужно? Ага, дорогу. Ну я понял. Вот. Все? Stop. You're on, F. Sanitation aren't meant to be here today. Ууу, и сейчас Франклин на всей катушке. Дальше. Бомбы-липучки. А усани бомбы-липучку на задней двери машины. Дальше. Ну... Убивать я их не буду. Looks like they hit their panic button after LSPD incoming! F, get covered by those barriers! I'm going up here! Ооо! Не зря же мы эту пушечку купили! Hey man, we sitting ducks right here! Так, сейчас. А у нас бесконечные патроны? Нет. Что, перемите, нажмите, она помогает. Нажмите, капш. Что ж, подкреплено в переулке. Так, ладно. Какое нафиг подкрепление? Ага, вот оно. Да откуда? Жопа нам. Откуда у нас стреляют, я как-то не могу понять. О, Тревор прям нам подсказочку такую сделал. Где вертолет? Где этот конченый вертолет? Где этот конченый... Вот, РПГ. А я не могу так, ага, нужно прицеливаться. Да не слазь ты, дебил! Ну ты нафиг! Я, ребята, ни хрена не вижу, честно. Так, сейчас. Майкл сейчас жопа. Майкл сейчас жопа. С
сейчас переключимся на Франклина, чтобы... Давай, давай, давай! Уничтожь патрульную полицию на главной дороге. Понял? Понял? Так. Дальше. Я просто никого не вижу. Ага, вот сейчас увидел. Дальше. Вроде столько на карте вот этих всех... Вроде на карте столько вот этих... Ага, вот один. Вот второй. Где еще? Их вроде столько много на карте показывается, но я никого не вижу, если честно. Вот, еще один вот тут. Еще один вот тут. Так. Еще один вот тут. И вот в переулке их дофига я вижу, но почему-то я их не могу там найти и убить. Да, нету смысла. Где? На крыше того здания. То ли я слепой. На... Да какой крыше того здания? Вы дебилы? Или я дебил? Где? Да какой крыше здания? На какой крыше здания? Франклин, ты, пожалуйста, нормально объясни. На крыше напротив. Я, походу, с... закрой рот. А, вот. Один. Второй. Третий. Вот. А то, знаете, просто не видел, где они даже. Почему я с этой пукалкой? Я как-то не могу понять. Один пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый пошел. Где, 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 где? Ух! Дальше. Убил. В переулке много. Убил. Дальше. Так, дальше, что нам? Куда нам? Нужно сюда, да, залазить, кстати, в мусоровоз. Отправляйтесь к координатам отхода. Ну, давайте. Одна звезда, которая мигает. Ну, давайте, ребята, потопали. 2 километра. Будем надеяться, что нас никто не запалит сейчас. Ну, в принципе, не, ну, не очень далеко я так оставил машину, но не очень прям, да, где-то на пороге отступления. То есть и так туда нужно немного поехать, 2 километра. Если бы я знал, что задание, в принципе, вот тут, да, будет проходить, значит, если бы я помнил, что оно где-то вот там будет проходить, значит, я бы оставил машиночку где-то еще поблизости. Но, как оказалось, она задание будет немного дальше проходить, чем я ожидал. Поэтому давайте мы быстренько туда поедем. 1 километр остался. Давайте быстренько туда доеду, чтобы, ну, 2 километра не ехать и просто разговаривать ни о чем. Ребята, я уже практически доехал. Протаранил 20 машин по пути. Разрушил там вроде пару скамеек. Задавил там 35 людей. Но все же уже почти что доехал. Так, сейчас заворачиваем вот сюда. Главное не врезаться. Если даже врежемся, то, ну... У нас же мусоровоз, мы всех нахрен растараним. Сейчас куда нам? Сейчас вроде... Ух, круто я заехал. Сейчас вот сюда. Сейчас вроде, если я хорошо помню, сейчас направо, а потом сразу же тоже направо и заезжаем куда-то туда на стояночку, да. Вот сюда. И сейчас налево. Выйдите. Уничтожить мусоров... Нифига себе.
Круто, уничтожили, так уничтожили. Так, машиночку. Ну, а ты еще куда, дебил, лезешь? Ну, чтобы просто-напросто не было подозрений, да, что... Улики, вот как это называется, уничтожить улики. Уезжайте подальше от мусоровоза. Ну, уезжаем. Так. Уезжаем, уезжаем. Вот это крутая машинка. Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Ага. Сейчас? Майкл, да? Ух, машиночка наша. Или не наша. Доберитесь до... Ух ты, танк, нафиг. Доберитесь до дома Дэйва. Ага, он прям, знаете, где-то в Голливуде нафиг живет. На такой горе. И сейчас мне кажется, что у него там реально какое-то домище. Ну, прям на горе вот так живет. Устюпучи, так. Это что, самолет пролетел? Или я это птицы нафиг? Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah. Ух, I'm telling Bugatti you. У него. I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores, big ticket cars, major payday, bro. Ooh, я уже хочу. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison. Я хочу гнать тачки, если честно. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. All right. Oh man. Solomon Richards. Ну, я, если честно, хочу даже угнать тачки, 5 машин. Крутых машин, просто-напросто, чтобы полюбоваться, что это за машины будут. Сохранимся. Так, сколько там... Сколько там уже минут серии, серия идет? Сейчас, секундочку. Ну, в принципе, ребята, мы еще, может, даже постараемся угнать 1-2 машиночки. Если, конечно, найдем, где это все делается. Так, это что? Дэвид Соломон. Давайте все-таки Дэвида. Дэвид. Потому что я хочу угнать машиночку. Сейчас, вот, пускай он позвонит. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. It's waiting for Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very well. Could be lucrative. Да, ты продолжай разговаривать, он переворачивается машинки. Нормально. Ты продолжай разговаривать, Майкл. Yeah, I think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Так, ну круто. То есть смотрите, мы сейчас едем еще на задание этого... Да, едем на задание вот этого Дэвида, да? А там 4 километра осталось. И как я ну такая себе, я думал какая-то получше там. И в принципе у нас будет задание угнать машиночки. Я надеюсь сейчас оно будет. Ух, прям поехал я. Сейчас будет задание, ребята. И я, если честно, я хочу хотя бы угнать 1 машиночку. А, потому что я хочу полюбоваться на эти машины. Это что за хрень? Да, ребят, я как-то так прыгнул на машине, что она перестала работать. То есть очень медленно едет.
Башку чуваку передавили. Поэтому, ребята, давайте мы, в принципе, даже постараемся угнать хотя бы одну машинку. Может, у нас это получится, и посмотрим, что вообще это за машина. Если хочу, если честно, я хочу, ну, или какую-то спортивную машину сразу же угнать. Так, давайте тут скоротим вот это все. Мы кролика убили, нет. Я, если честно, не хотел кролика убивать. Если честно, то вообще случайно. А поэтому, ребята, давайте, может, сейчас даже попробуем. Или какую-то ретро-машину, да, может, такую старенькую. Если нам повезет, то сразу первая машинка... Если нам повезет, то сразу же первая машинка будет какой-то старенькой. И мы сразу ее угоним. Да, вот, вот там есть... Если я хорошо помню, там будет одно задание угнать вот такую машину старенькую, да? Вот тут Type Z, или как она там называется, которая в магазине там пару лямов стоит, да? Если Bugatti стоит 1 лям, то она стоит там вроде 2 или 3. Это, если честно, очень много. Поэтому давайте мы туда быстренько доберемся и посмотрим. К Соломону, вот тому чуваку, я не хочу пока что ехать. Наверное, потом поедем. Ну что мы там будем делать? Разговаривать, потому что, как я понимаю, Майкл его там фанат, да? Фанат вот этих всех старых фильмов. Для кого, если я нормально понял. Это как бы его там идол, можно и так сказать. И все, что он там будет делать, это просто-напросто с ним разговаривать. Ой! Извиняюсь. Поэтому, ребята, просто-напросто мы потом, наверное, поедем. А сейчас мы едем к Дэйву, к Дэйву, к Дэйву. И мы уже практически подъехали. Так. Все, мы уже тут, ребята. Почти. Ну, почти. Сейчас вот сюда. И сейчас куда? Вот сюда, да? Тут уже крутой, нифига себе там машиночка, да? Вот Bugatti стоит. О, там уже и Франклин, и Тревор. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Или это не то, не машинки. А, вот машина. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me. Я могу украсть вот эту Bugatti. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you going to do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Садитесь в машину. Ну, садимся. Направляйтесь к заправке. Крутая, если честно, машинка. Но почему вы так всегда далеко вот это все оставляете? 3 километра нам сейчас до заправки ехать. Ух. Ребята. Опа, сколько мы скоротили. Ой. Прям трюки, знаете, какие-то. Нормально мы так скоротили. Давайте дальше поедем. Ну что, ребята, давайте погоняем. Хотите погонять? 2 километра осталось, и давайте посмотрим, как быстро мы проедем на вот этой машинке до места. Я ее уже, если честно, немного поцарапал чуть-чуть, ребята, я ее чуть-чуть поцарапал. Но, в принципе, у нас еще осталось 1,5 километра. О, давайте как раз послушаем, что он хочет сказать. Hey, Frank. Hey, I'm nearly with you. Hey, dudes, man, you guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man, look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Ага, то есть они переоделись в полицию, хотят как будто штрафовать вот тех чуваков, да? То есть, ну, как будто ГАИ, да? ГАИ! Так, сейчас куда нам? Ух ты, тачульки! So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Right. Но машинки у них намного будут быстрее, чем вот это. Смотри, как они уже полетели нафиг.
Так. И нам долго с ними гоняться будет нужно. А мы их, если честно, даже догоняем. Мы их даже догоняем на вот этой машинке. Между двух вот этих нафиг. А мы вот так объезжать будем, да и все. Гонки, ребята, гонки нафиг. Так, сейчас, опа. Главное не... не врезаться, вот. Забыл об этом, что можно включить и остановить немного время, да, или что это сделать, чтобы нормально справиться с управлением. Во, поехали. Далеко нам еще ехать? Опа. О. Так, а где Майкл и где Тревор? Я, если честно, их как-то не вижу. Где они вообще сидят и ждут, чтобы подъехали вот эти. Ой, во. Так, сейчас, ребята, мы уже, надеюсь, что близко где-то. Так. Перегнал? Ну что, лох, перегнал я тебя, лохушка. Но, в принципе, я его, можно сказать, как-то даже обманул, потому что у него там не было места, чтобы проехать, и я быстрее, чем он, вылез туда вперед, и он как бы, ну, по логике GTA пропустил меня, да, то есть остановился. Остановите, заберите мо... Ух ты, нам за ними гнаться нужно? Да вы с ума сошли. Так, нам нужно их догнать. Да вы реально прикалываетесь? Мы на вот этих мотоциклах должны их догнать? Офигеть. Давайте попробуем. Я, если честно, не уверен, что у нас вообще это получится. Кажется, сирена не слышит. Нужно подъехать к ним поближе. Ну? Я просто не знаю вообще. Ну, наверное, реально. Понятно, что реально, если нам дали вот это задание. Но это, если честно, ну, как-то немного сложно на мотоциклах догнать вот это. Хотя иногда даже мотоциклы бывают даже быстрее, чем некие машины. Но это не тот мотоцикл, который может быть быстрее, чем вот эти машины скоростные, да? Так. Мы прям разогнались, ребята. Опа, сейчас. Только не упусти. Ну, попробуем. Попробуем не упустить. Главное не врезаться. Потому что... тут способности, как у Франклина, нету. Ну, я понимаю, что мы уже практически вот тут. Так. Да хоре уже от нас убегать, заразы! О, почти, ребята, мы их уже почти догнали. Просто вот на таких поворотах это проще. Франклина мы уже догнали, их еще пока что нет. Вот сейчас, мне кажется, сейчас догоним их. Вот где-то вот тут. Смотрите, Франклин... А, да, прям он так разогнался. А, не останавливается, не останавливается. Прямо на мосту. Ух, крутые такие в форме, да, идут? Пикалист большой, да? Try to keep it under the limit. Well,
You and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Ух, какая. Officer. Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey. Hey. What are you doing? All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit, get the fuck out of here! Go on! О! Да вашу мать, я не успел сесть в машину, как уже ее поцарапал. Ух! Вы от нас убегали, сейчас мы вас подрезали. Ну что? Ух, она быстрая. Молли Шолц, senior vice president and general counsel to Devin Weston's holding company, if that's what you mean. Keep talking. Ух. Enjoying this. Let's assume you're talking about the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South LS. Mr. Weston and I will meet you there. Don't hang up. I think I love you. Man, I'm sick of driving so slow staying with these fools. Can we have a real race? Devin's lonely lawyer says go to Hayes Auto in South LS. So that's where I'll be waiting. We'll see about that. I vote we indulge his childish need to play. Вы хотите гонку устроить между собой? If I can keep this lead, I'll be able to get some alone time with Devin's lady friend. Так мы же вас вдрючим. Hey, Frank. Yeah, what did I tell you, bro? These cars, this is an opportunity. If you say so. You know what, right before I met you, I was boosting... Я же вас вдрючу на вот этой супермашине. Вы уже отстаете от меня там на полкилометра, наверное. Если я, конечно, не врежусь. Ой! О, ну погнали. Ух, ребята, вы готовы к настоящему форсажу? Новая часть форсажа. GTA 5. Форсаж 8. GTA 5. Так будет называться, наверное, следующая... Следующая часть. Ну, конечно. Так, вы меня, конечно, перегоните. А, хотя бы и так меня не догнали. Фу, вы прям не шумахеры. Харе уже там базарик, если честно. Вы уже напрягаете. Ой, тут столько машин, если честно, что прям не успеваешь разворачиваться и смотреть, куда нужно ехать. Но все же, ребята, мы уже нормально так проехались, еще 2 километра осталось. Ну, 2 с там и чуть-чуть. Так, давайте вот тут по обочине немного так поедем, тут нас никто не заденет, и мы никого. Вот так. Не туда нам нужно было. Или туда нам нужно было? Вот сюда нам нужно было. Ух ты, Майкл! Стоять! Я немного вот сейчас в конце немного туда повернул. В смысле, по дороге нам нужно было направо, а я прямо поехал. Ну, в принципе, я развернулся и заехал туда, куда нам нужно. Так, километр. Главное не врезаться, и сразу же врезался. Да, в порядке. Не моя тоже. Не беспокойтесь, она даже не поцарапанная. Она даже не поцарапанная. О, да все нормально. О, все нормально. О, они нас почти догнали. Но нет, чуваки. Не поцарапанная даже.
gentlemen, I love you all. Oh, God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-Type. Ух, вот это, вот эта машина. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Ну, 2 машиночки мы пригнали. Поэтому еще 3 осталось. И потом нам, наверное, заплатят. Ну, хотя бы, думаю, что нормальную сумму. А знаете зачем? Так, давайте я сначала сохранюсь. Вот. А знаете зачем? А затем, чтобы мы смогли купить себе новый бизнес, новые гаражи, новые тачки. И чтобы, ребята, мы смогли вернуться в нашу другую рубрику «Тюнинг машин». И, в принципе, ребята, давайте уже будем на этом заканчивать. Не забываем ставить лайк, набираем 200 лайков на этой серии. Сразу же выходит новая серия GTA 5. Поэтому, если вы хотите еще серии GTA 5, все, что от вас требуется, просто-напросто поставить лайк. Я буду очень сильно этому рад, потому что лайки дают мне отдельную мотивацию для записи новых видео, и поэтому мне больше хочется их делать. Поэтому, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии. Я читаю каждый ваш комментарий. Наверное, не все ютуберы такое делают, но делают, ребята. Но если вы хотите что-то спросить, что-то узнать или что-то мне посоветовать, да, что, мол, в GTA пойди туда, там классная машинка, найди ее и принеси домой и протюни ее, то, в принципе, ребята, пишите все в комментарии. Если вы хотите, чтобы я ответил на ваш комментарий, все, что у вас требуется, просто-напросто его написать. Я постараюсь его прочитать и также на него ответить. Также вступайте в нашу банду крутых персов, в нашу большую дружную семью. Все, что от вас тоже требуется, это просто на меня подписаться. Я буду рад каждому новому подписчику. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Я буду этому очень сильно рад. Ребята, на этом еще раз скажу, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.